посмотреть. Медали. Знаешь, как по первому подходу, в принципе, всегда специалист, наверное, понятно, в какой форме находится на данный момент спортсмен. Поэтому сейчас будем смотреть, что из себя представляет Артем Удачин образца 2013. Ну, не очень. Не очень, да. Артем Удачин вторым. Мы видим, что появляется очень неплохой и очень хороший шанс у нашего молодого спортсмена побороться за медали этого чемпионата. Да, но вот в непростую ситуацию ставит себя Артем. Ему нужно будет за 2 минуты восстановить дыхание, снова подходить, потому что да. Участники 196, 195 и ранец заявляет. А для такого спортсмена тяжеловесного дыхание восстановить, ты говоришь, что это очень сложно.